Бля, мы как одинаково подумали вообще четко. Всем привет! Вы на канале NBIC VR. Мы играем тут один на один против Капы 54. Очень мощный, здравый парень, мужчина. Просто будем сейчас против него выживать. Время уже 2:30 у меня ночи. У него гораздо светлее. Вот он пробежал, мы его заметили. Карта Killhouse. Тут говорит шепотом и мало. Сейчас маленечко разыграемся. Один магазин остался. Оф, патроны. Бля, патроны. Бля, не могу говорить что-то себе. Потом еще тяжелее. Фу. Зацепили. Нормально. Бля, что-то не пойму. Ага. Блять, у меня затвор сломался, Нера выстрелял. С этими магазинами порка, бля, сколько уже натыкаешься? Так, ну нужно определить, где он. Ага, все понял. Угу. Отлично. Цепили. Обратно на вышку. Бля, не хочет выходить. О, хорошо. Хорошо. B.
Бля, прячется, идет. Бля, ну где? Цепили. Бля, прячется. Ух. Что за патронами? На всякий. Ох ты ж, дождался. Хорошо. Ай, хорошо. Хорошо. С другой стороны ждал. Я думал, ты тоже там с другой маленькой. Ладно, давай обойдем. Попробуем немножко другую тактику. Мали. Три патронов вообще не осталось. Подожди. Блин, не зацепил. Красный. Ух ты ж. А мимо. Мимо кассы. Бля, хорош. Дождался. О, вот успел. Бля, дожидается, ждет меня там чисто. На один на один так не хочет выскакивать. Бля, тоже подождать. Будто не хочет ждать. На, бля. Хорошо. Да блин, что-то как-то все размыто, блядь, не могу понять. Перед глазами.
Ну давай, вылази, вылази, капа. Капа, капа, капа. Меняем позицию. Да, бля, патроны, дед. Твою мать. Так эти затворы, ё. Бля, в голову попал. Что-то не зашло. Тринадцать, ну так плотненько пока идем. Зацепили. Выцепили. Хорошо. Отлично. Фух. Все, вспотело. Руки. Что-то не могу. Мокрое, жарко что-то в комнате. Ты повыше. Хорош.
хорош. Восстал. Ладно, лучше патроны пока возьми. Блин, я прям в голову начал стрелять. Ай-яй-яй. Я чуть не это, не ожидал. Не, ну тут было слышно. Бля, у него сколько было шансов сейчас меня убить. А, хорош. Хорош. Ну, я не сразу начал стрелять. Ну, то есть, он начал двигаться, вилять. Он бы мог меня убить, если бы через полсекунды поднял бы ствол, мне кажется. Хорошо. Хорошо. Ой, хорош. Ой, в тайминг попал. Прям вообще прям так. Хотел выглянуть, хотел оглянуться. Бля, как так? Я думал, блядь, ну убью его. У него сейчас мало хп, по сути. Не знаю, я не помню. Блять. Фух. А, патронов-то нет больше. Блять, хорош. Хорош. Нормально. Не сделал. Нормально вынудили. Чуть-чуть.
вправо, что ли? Обычно меня не подводит вот этот случайный. Ага, вон. Очень мало. Я что-то не слышу капу, кстати. Или он молчит, или связь оборвалась. Я прям вдали вообще не могу вдаль стрелять. Мне прям расплывчиво. Маленько. Ночью. Не рекомендую ночью. Ой-ой. Ну там первая пуля в голову зарегла, вторая в плечо, наверное. Там не он в тело настрелял, наверное. Либо просто не зарегал, мало хп, надо отъехать. Хорош. Так. Что он был справа? Должен перебежать. Вот заряд, это вниз. Не, ну если честно, была случайность, признаю. Ух. Хоть маленько темп нарастили. По вкусу. Я, короче, на него посмотрел и такой, типа, пригнуться хотел. Ой, а надо было стрелять, и я решил первым делом прыгнуться. Хорошо. Хорошо. Не знаю зачем, но надо за патронами сходить. Это плохая примета, если не возьмешь патрон. Бля. Жестко. Жестко. Да, а ты, Максим. Дай мне, пожалуйста. А, хорошо. Нормально. Не, походу, что-то связь оборвалась. Молчит, даже не вздыхает. Ну, типа, хотя бы вздох какой-то слышно, когда человек рядом все равно. Жестко. Не, ну тут, блядь, реально звук решает. Я видел. Ага, видел руку. Фигеть, не сдох.
0 и цепа 0. Слушай, ну тут все-таки, блин, через провод лучше играть, мне кажется, звук намного четче. Ух ты ж, бля, не дожали. Просто не дожали. Отпустил что-то раньше время. Ой, хорошо. Первый размен, кстати. Бля, если не ошибаюсь, первый размен. Так, ну тут, в принципе, по диагонали заспавнились и... Да, уже. Да бы Михельсон не говорил, что я читер. Хотя я не очень хорошо играю на самом деле. Еще очень многому надо учиться. Ого. Реально не понял, откуда стрелял. Блин, ноги. Ноги. Ноги выдали тебя. О, хорош. Пойдем с этой стороны. О, блядь. Нормально. Мало хп было. Что-то на этом вывезли. Во! Напугал. Как думаешь, где заспавнится? Нет, там. Бля, как-то не умер. Хорош. Ага, спалился. Хорош, хорош, блядь, реально. Нормально, прям. Чувствует, когда надо выцепить. Я хотел сделать подкат, но честно. Блин, не могу попасть в углу. Блять, хорош. Наконец-то.
Бля, он как под конец разыгрался. Бля, мы как одинаково подумали вообще, четко. Спасибо, Капа, что дал сыграть. Выделил время сыграть 1-1. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не желаю, чтобы писали на паблик ВКонтакте. Там все. Всем пока. Come, 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 selector!